Всем огромный привет! Сегодня пришло время показать вам, что же я заказала в Siberian Wellness. Коробочка маленькая, но ударенькая. Итак, давайте приступим. Первое, что хочу вам показать, это очищающий фитосорбент. Заказала я себе, долго шла я к чистке, но поизучав эту тему, поняла, что мне это нужно, ну и выбрала наиболее такое деликатное и не сильное средство. Это порошочек, здесь находятся пищевые, такие, как правильно сказать, растительного происхождения волокна, которые помогают дополнительно очищать кишечник. Здесь также содержится комплекс растительных компонентов, которые помогают чистить организм от каких-то паразитов, которые эти компоненты парализуют их, если они есть, и они выводятся из организма естественным путем. Так что вот. С слабительным эффектом он присутствует. Я первый раз вчера вечером выпила. В общем-то, ну, боялась, думала, вдруг какой-то дискомфорт будет все-таки. Это первый такой мой какой-то антипаразитарный комплекс, можно так сказать. Но ничего не почувствовала, никакой аллергии, ничего. И никаких болей в животе тоже не было. Так что вот, решила пропить вот этот порошочек. Далее, что еще я заказала? Это, конечно же, я повторила омегу, северная омега. Здесь по 30 капсул. Я хочу, конечно, попробовать, наверное, потом купить, но у нас на складе нет ультра-омегу, которая уже содержит в себе витамин Е, потому что омегу необходимо принимать совместно с витамином Е. Ну, можно или так дополнительно использовать. Вот, приобрела, будем с супругом пропивать. И также взяла биодоступный куркумин, наверное, он у всех уже на слуху, все знают о полезных свойствах данного продукта. Это антиоксидантная защита, борьба со свободными радикалами, с какими-то возрастными изменениями, то есть продление молодости нашего организма, ну и плюс с какими-то негативными развитиями в организме тоже данный компонент борется, поэтому решила пропить с мужем тоже курсом. Я теперь, он мне компанию составляет во всех моих этих, так сказать, процедурах, вот. И БАДы все, немножечко купила. И давайте покажу, что же из ухода я себе взяла. Взяла я себе полирующий скраб для лица. Не воспользовалась им. Вот так выглядит он. Я люблю скрабы. Говорят, что, конечно, с возрастом нельзя их принимать. Использовать точнее. Вот он такой беленький, кремовый. Но именно скрабы в чистом виде с грубыми абразивными частичками, конечно, нежелательно использовать. А деликатные скрабы, в частности полирующие, я думаю, даже необходим, чтобы все равно роговевшие частички с кожи нужно убирать. Поэтому да, вот он будет у меня в уходе. Раз в недельку буду использовать. И из новинок я решила попробовать маску для лица. У нас вышла новая линейка с водорослями и троксирутином. Данная масочка, она направлена для борьбы с куперозом, чтобы он не возникал. Плюс здесь есть коллаген. Конечно, вся косметика Siberian Wellness с антивозрастным воздействием. Поэтому я с удовольствием решила купить. Тем более маски я люблю. Что мне понравилось, она вот с таким дозатором. Мне интересно, она жидкая или кремообразная? Ага, кремообразная, густенькая, такая бледненькая, зелена. Легкая, на удивление, даже нежная какая-то отдушечка. Так что вот, обязательно сегодня, наверное, и нанесу, и попробую. Там из этой линеечки с водорослями очень большая такая линеечка всех этих новиночек, и кремы, и гели, шампунь.
Я ищу гели для душа, имеете в виду, и есть для умывания. Вот я думаю, надо еще попробовать. Лишним не будет в уходе. Это весь мой заказ. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если хотите это тоже попробовать, ссылочка будет внизу для регистрации. Проходите с удовольствием. Буду рада вам помочь. Также есть у меня телеграм-канал, в котором я более подробно рассказываю и делюсь с девочками своими впечатлениями и какими-то знаниями о продукции Siberian Wellness. Если вам это интересно, то, конечно же, присоединяйтесь. Буду рада. На этом все. Спасибо вам большое за внимание и всем пока-пока.